Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. И это вторая часть видео о том, как я шпионю за Хлоей 24 часа. И как вы помните, за утро мне мало чего удалось узнать. Но зато сейчас она идет со своей подругой гулять в парк. И мы с вами пойдем следом за ними. Но для этого нужна маскировка. Та-дам! В этом костюме Хлоя ни за что не догадается, что я — это я. Она сразу догадается. Ну и каким же образом? Ну а кто, кроме тебя, еще наденет костюм Деда Мороза летом? Ребята, предлагаю не слушать Стивена и, конечно же, направиться в парк, а то можем опоздать. Пойдем, Эмили, я тебе покажу, где можно поесть вкусного мороженого. Эй, маленькие креветки вышли из гнезда, повторяю, вышли из гнезда. Пришла новенькая девочка и увела моего мишку, это ужасно! Она вообще ужасная! Я просто не понимаю, как они на своих коротких ножках ходят так далеко. Вот я уже устала. Мы почти перешли. Итак, мы наконец-то на месте. Ты какое будешь? Вот только я никак не пойму, что же они собираются там делать. Отсюда очень плохо слышно. Я даже не знаю. Видимо, они хотят купить мороженое. Я хочу ванилье, но сейчас выбираю шоколадное. Так, а что собирается делать Хлоя? Сейчас фоткаю, подожди. Чего? Она собирается снять бумеранг в Инстаграм? Но никто не фоткает еду лучше, чем я. Я должна это сделать, а не она. Но мне нельзя выходить из укрытия, что же делать? Ага, попались. А ну стоять. Чего? Хо-хо-хо, привет, Хлоя. Ты весь год вела себя хорошо, и я решил появиться летом. А я? Как тебе сказать? В общем, ты вела себя хуже. Никогда не слышала, чтобы кто-то вел себя хуже, чем я. Эй, мне вообще-то обидно. Я сейчас позвоню папе, и он тебе заставит платить налоги. Может, лучше не надо? Эмили, пойди, я тебе куплю мороженое в другом месте. Эх, давайте мне, что ли, мороженку. А я хорошо себя вела в этом году. Капец, ребят, еще бы чуть-чуть, и Хлоя поняла бы, что я — это я. Она была очень близка к истине. Ладно, посмотрим, что они там делают. Так, что? Куда они успели деться за пару минут? Видимо, они пошли куда-то дальше, а я, как обычно, их упустила. Вон они, я их вижу, но я не успею дойти до них. Планы меняются. Тырим самокат у ребенка. Девочка, прости, мне сейчас это очень нужно. Эй, самокат. Эй, стой, оставь. Я куплю тебе новый, не парься. Эй, верни. Благодаря этому самокату я успеваю за ними. О нет, дерево. Я шпионила за этой маленькой креветкой целый день, но так и не узнала, что скрывается за днем обычного ребенка. А ведь я была уверена в том, что у Хлои есть какая-то тайна. Но, видимо, я ошиблась. Да и вообще, от этого дня одни беды. У меня не смывается гуашь с волос. Я врезалась в дерево на скорости 100 км в час. А еще меня опубликовали как популярный мем. Плюс ко всему, я очень сильно устала, поэтому пойду спать. Всем пока. Так, ну вроде все уснули. Ввожу пароль. Наконец-то мы встретились. Мой любименький плакат с ФСБ. Очень надеюсь, что мы встретимся в реальной жизни. Как же я люблю вас! Я влюбилась! Ага, попалась мелкая креветка. Теперь об этом узнает весь мир. Так как Скайлер сейчас ляжет связанная в подвале. Это видео закончу я. Всем спасибо за просмотр и всем пока!